Вчера я опубликовал видео из Ирака, и это был необычный для меня Ирак, но многими я был понят превратно, то есть многие люди посчитали, что там тишь гладь, да Божья благодать. Вот это вот произошло 20 минут назад в городе Заху, провинция Дахук. Это рынок, а рядом с рынком кое-что произошло. Это не в полной мере теракт, потому что машина не взорвалась. Кстати, я бы все-таки обратил внимание на то, как действуют службы спасения. Навижу рака, посмотри, навижу. Ага, рисмила вот где-то.